Например, вот в этой облоге уже больше грязи. Уже больше грязи изначально, чем в той грязной грязи, которую мы слушали только что. В этой обложечке. Вроде что мы видим? Как будто бы, ну, просто какую-то аниме-историю, и потом начинаем вникать в детали, да, и понимаем, что все не так просто. Послушаем главную версию. Да, в принципе, все промотнем так или иначе. Посмотрим, как они звучат, да, типа, что они из себя вообще представляют. Я думаю, что да, почему бы нет? Что за музыка это? Инструментальчики, да, это же по идее. Вникать в детали, да, вникать в детали. Вот мы начинаем в разные. И понимаем, что все не так просто в этом мире. Поэтому слушаем Yes, Daddy. Let's go. Трипсайди. Треепсиде. Треепсиде. Слушаем. Бразилиан Пфонг, да? Интересно, я не знал, кстати. За тиктоком, кстати, не всегда смотрю. Не знал, что так называется он. И теперь вижу, да. Панчи очень хорошие, да. Очень хорошие панчи. Исполнительница старается. Да. На третий круг пошли, да? Вот. Да, трипсайд пошел на третий круг. Молодец. Сейчас седап еще послушаем. Слишком однотипно идет мужской вокал, да, естественно. Он немного нас душит. Женский вокал вполне себе неплохо здесь. Еще бы ему быть плохим, да? Да. А так, как будто бы история хорошая. Не знаю, как-то оно тут будет смотреться с текстом. Ну, типа, если прям дать хорошо зачитать мужской бэк-вокал отсюда, который будет бэк-вокал. Вот, да? Типа вот и ямка, да, идет здесь. Вот со второй половины, возможно, душненько. Не знаю я, как сюда ляжет капа. Просто слушать, как будто бы немного скучновато. В целом, бля, атмосферная музыка. Атмосферная музыка интересная, конкретно. Возможно, под какую-то конкретную песню, да, может быть, там можно будет что-то двигать, ямки какие-то создавать, переходики интересные, да. Может быть, и будет норм.
Настроение дерзейшее, конечно. Не слышал я, кстати, вот этой истории о том, что данное звучание там Brazilian Funk, да? Интересно. Давай спида посмотрим. Кстати, может ничего будет? Такой не сильно ускоренный, да, как будто как надо. Да, танцевать ништяк под это, мне кажется, тверк зайдет и все, в общем, прям такой, да, вот прям денсинг, флекс очень хороший под это, вот под спидап вообще кайф. Очень хорошо проходят уроки дикции, да, на бэк-вокале у этого трека по поводу там взятия. Да, там что-то по поводу орехов, да, вот эта вся история. Ну, вот это я не знаю. Это жирно тоже звучит, да, блядь? Казалось бы, что-то бойс-бенд. Будто неплохо, тоже жирное. Короче, самое стрёмное, это самая первая версия. Удивительным образом. Я бы распределил так. Спидап самое охуенное на первом месте, потом слоу, а потом норм. Бля, грязного Рамироса прям конкретно вижу на спидап версии. Пиздец охуенно застеливает. Очень интересно. Оценивать я это не буду с точки зрения баллов, ну, сложно это будет делать. С точки зрения, короче, живая музыка, знаешь. Живая, интересная музыка. Если даже мне показалась первая часть основная, там, по какому-то хрону, там, по, так сказать, мужскому вокалу, да, который тут есть, бэк-вокал, так называемый, который будет на капе, он будет такой, да, но вот запихать сюда артиста, может сажать, конечно, бит, жирный бит, но Рамироса не сожрет точно. Грязного Рамироса не сожрет точно. Это может быть интересная песня, конечно. И Серега справится. Если, просто если он не справится, никто не справится. Да, еще грязь какую-нибудь выдать, прям ебаную, короче. Прям грязь жесткую. Угу. Ну, в общем, вот. В общем, это хорошо. Это интересно, это атмосферно. Это хорошая музыка. Хорошая, интересная музыка. И насчет прослушивания в целом, насчет атмосферы, можно в машине слушать. И рэпчину под ним можно навалить вполне себе. The Excursed, не знаю, мне кажется, The Excursed, возможно, съест этот бит. Но может попробовать, конечно.
Спасибо за труд в целом, да, это было очень неплохо. По поводу проекта Слава Мерлоу, я слышал, да, я слышал. Не знаю, буду ли смотреть на стриме, но можно будет так посмотреть. Я, типа, буду отслеживать так или иначе, я думаю, да. Не успеваю нихуя посмотреть на стриме. Трипсайт молодец. Трипсайт молодец. Разделение функции слабовато. Вот, может быть, ровно, типа, слишком. Вот единственное, что. Может быть, слишком ровно. Какого-то жесткого момента вот нихуя. Я вот и говорю, возможно, под какие-то капы там он подстроится, что-то переделает, там добавит, да. В целом ритм очень хорошо держится и охуенно звучит. Не знаю, мне понравилось. Мне понравилось. Спасибо.